Всем, всем всем привет, ребята, вы на канале Пи -пи Пиксель и с вами, как всегда, Андрей. И сегодня я буду рисовать крутого новогоднего смайлика. А вечером, ребята, я нарисую АВМ, снайперку из CS GO. Ну что ж, приступим рисовать смайлика. Он занимает 18 клеточек по горизонтали и 27 клеточек по вертикали. Вот такой вот он большой будет, прям на весь листик. Ну что ж, я беру синий фломастер и ставлю 6 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот. Тут поставлю две клеточки и тут две клеточки. Тут поставлю одну клеточку, тут еще одну клеточку. С этой стороны одна клеточка и еще одна клеточка. Да, ребята, если вы вдруг за мной не успеваете, то обязательно нажимайте на паузу, дорисовывайте, а потом продолжайте рисовать вместе со мной. В общем, ребят, тут теперь ставлю две клеточки. И с этой стороны тоже две клеточки. И на низ теперь пойдет по 6 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот. С этой стороны, так же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь две клеточки на низ, раз, два. С этой стороны тоже две клеточки на низ. Теперь вот такой вот лесенкой две клеточки, такой вот лесенкой две клеточки. Соединяем тут две клеточки, тут две клеточки и вот так вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот. В общем, закрашиваем все это синим цветом или темно-синим цветом. Какой брали цвет, таким и закрашивайте. В общем, а я все это закрашиваю. Вот так вот, ребята. В общем, окружность Майлика готова. Теперь я беру голубой фломастер. И вот отсюда, ребята, пойдет у нас сразу вот от этой клеточки. Пойдет у нас бок 14 клеточек. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать. Есть. Теперь тут пойдет. Раз, два. Тут пропускаю две клеточки и ставлю раз, два, три, четыре, с пять. Отсюда упадет раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут раз, два, три, четыре, пять. И тут раз, два, три. Вот так вот. Вот так оно выглядит, ребята. Если вам вдруг не видно, прямо сейчас нажмите на паузу, закрасьте. Теперь я продолжаю. Отсюда упадет раз, два, три, четыре. Тут пойдет раз, два, три, четыре, пять. Тут у нас пойдет раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три. Вот так вот. Как бы вот такие вот должны быть голубые крутые очки. Закрашивайте, ребята. Ну, а я это приступаю закрашивать. В общем, вот такой вот смайлик уже получается. Теперь я беру черный фломастер и тут ставлю вот тут вот прямо одну клеточку. Тут поставлю Раз, два, три, четыре, четыре клеточки. И тут еще одну клеточку. Будет такая вот красивая, прикольная улыбочка. Мы ее, естественно, закрашиваем. Тик-тик-тик-тик. Тут. И вот эту часть тоже. Вот так вот, ребят. Вот так вот выглядит тоже круто, классно. Теперь я, ребята, приступаю черным цветом рисовать шапочку новогоднюю. Тут поставлю одну клеточку. Теперь тут поставлю раз, два, три. Тут одна клеточка. Теперь тут две клеточки наверх. И тут поставлю еще одну клеточку. Вот так вот. Теперь отсюда попадет в бок 6 клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут поставлю, раз, два, три. Тут поставлю одну клеточку, тут поставлю еще одну клеточку, еще одну клеточку. Теперь отсюда раз, два. Тут две, тут две, тут две и тут одна. Вот так вот, вот такая вот шапочка должна у вас получиться. Если вы вдруг не успели, то нажимайте на паузу, дорисовывайте и продолжайте рисовать вместе со мной. Но я ее закрашиваю. Так, шапочка получилась. Теперь давайте ее сразу же закрасим в красный цвет. Так, я беру красный цвет и приступаю закрашивать. Вот такая вот шапочка получается уже. И теперь осталось закрасить всего лишь смайлик. Желтым цветом, естественно. Вот такой вот, ребята, смайлик у меня получается. Хотя, ребята, я возьму сейчас черный фломастер и обведу очки. Так они будут более выразительны и ярче и класснее смотреться. Окей, я беру черный фломастер и обвожу очки. Да, ребята, так он гораздо лучше и круче смотрится. Он как будто на курорте, как будто на горных лыжах находится. Вот такой вот, в общем, ребята, крутой бомбический классный смайлик у меня получился. Если он вам понравился, то, конечно же, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, а на это все всем пакетовки.